Друзья, всем привет! Мы продолжаем с вами играть в игру Crusader Kings 2. И, как я обещал, надо бы кокнуть вот эту вот старушку. Отлично. Хорошо. Пусть лучше наш царек. Так, а что он? А, надо, по-моему, престижа тут набрать побольше. А то вечно на старушках женится, еще чего не хватало. Так, наследник у нас есть, племянник пока. Потом женим. Можно, кстати, сейчас сразу же посмотреть. Какую-нибудь молодуху себе желательно. С навыком гений. Так. Это что значит? Мастер обороны местности. Прикольно. Лидер осады. 19 лет, она уже лидер осады. Где умудрилась? Когда? Так, а гениальных девок нет. Обидно. Очень обидно. Ну что ж, а из молодых тут у нас только сильные есть. Вот. Единственный показатель, который интересен. Ну и вот, неплохо. Но пока ладно. Подождем еще немного. Пацан у нас еще молодой, 23 года. Пойдем пока на охоту. Поохотимся. Я ж его отправил на это дело. И денег надо повкидывать дальше. В развитие экономики. Так, городская ратуша. Доход от налогов. Хорошо, увеличиваем. Все деньги почти ушли. Так, когда я там могу провести до марта с ноября? Хорошо. Денег сейчас накопим. И пойдем. Так, ты кто такой? Маршал. 11, 15. Так. Ты же уже был маршалом. Че, успел где-то прокачаться, что ли? Ну ладно, давай так. Пусть будет так. А мы его, конечно же, отправим на изучение технологий. Все. Так, у нас в тюрьме лишние люди сидят, я смотрю. Так, столик какой-то. Ага. Так, гуляй. Витисков нет. Этот нет. Это кто вообще? Так, ты отсюда. А. Держи. Ну, ладно. Помирать так помирать.
Ну вот так. Отлично. Отправили. А всех в жертву. Круто. Хорошо так всех. Тюрьму почистил, только в путь. Очень приятно. Деньги капают. И, как вы видите, Шотландия тут полностью объединилась. Не очень хорошо. Организатор, находчивый, блестящий стратег, но он уже немощный. Наследник у него девка вот эта. Ага, она не замужняя. А если я ее в жены возьму? Чё ты не хочешь-то? А, католик. Тоже не может. Так. Жаль. Было бы очень прикольно полностью себе эту территорию подчинить. Так, 3000 воинов всего лишь-то. С чего бы начать? Наверное, вот с этой земли. Потому что у меня есть на нее вот уже часть. Да? Вот. Можно будет создать спокойно графство. Поэтому будем отжимать. Какой мужик прикольный с бородой. Кстати, мне бы своего тоже к цирюльнику отправить. То он как-то непонятно выглядит. Так, ну прическа остается пусть такая. Даже не знаю. Вот. Отрастил маленько бороду. Стал больше похож на мужчину. Рыжий такой, смотрите. Побритый. Прикольный знак. Так, ну что, попробуем тебе объявить войну, что ли? Вот. Хорошая такая тема. Сколько я смогу поднять? Ух ты. Народу-то маловато. Так, мнение. Кому бы повысить? Так. Надо девку срочно за кого-то выдать замуж. Года выглядит как совсем девчонка. Так, дочь. Фу. Ну ладно, посмотрим. Может, кого дочь отдадим еще. Так, а сколько тебе уже? 4 года. Хм.
Блин, все такие древние. Сам я такую не хочу брать в жены. Ну что, все-таки попробуем напасть. Придется поднимать все. А, ты кто вообще такой? Ух ты, нифига себе, ты вообще откуда взялся? Столько претензий. Выгнали что ли откуда-то? Да уж, 15, 12, 13, 11. Так. Много-много претензий у человека. Это жесть. Ну пусть будет. Так, иди-ка ты работать. Сюда. Ага. Так, что у меня здесь остальные делают? Тайный советник. Ты изучаешь технологии или нет? Да нифига. Так, а почему? У меня же есть и круче. Вот. Иди работай. Так, управляющий. 14. Конечно, я тебя лучше назначу. Тоже иди экономику изучать. Так, и дипломаты. 14, 13, ну не так много. Католик еще, да ну нафиг. Где таких понабрали? Так, давай-ка ты. И отправим мы этого мужчину улучшать отношения. Вот сюда. Так вот, ну-ка вставай. Вот есть. Этот работает. Так, так, все, вроде пока идет. Можно пока сходить еще раз на охоту. Дороговатая, конечно, она, но ничего. Не поделаешь с этим. Денег у нас маловато. Престиж, по крайней мере, подняли. И благочестие. 8 из 8 земельных наделов у нас. Тоже хорошо. Так, 1500 уже гвардии, смотрите. Все лучники. Отлично, так. Смотрите, здесь все-таки деваха стала. Напоминает мне одну актрису американскую. Хорошо, закончилась у нас охота. Давайте все-таки объявим войну. И отправим всех своих. На помощь, потому что я боюсь, что Шотландия может призвать на помощь Англию. Это будет очень плохо, если так случится.
Так, а тут что не подняли, я не понял. Где войска? Вот сволочь. Зажал. Вот так вот и отдавай территории. Фиг кто будет потом войска гнать сюда. Сюда пока топайте, и корабли мы также отправим сюда. Вот и все. Стоп, еще вот они, мужчины, и сюда, и вас вот сюда, братан. Слабые, конечно, показатели, но никуда от них не деться. Во, Лотарингия. Далековато, конечно, но, блин, если он придет, будет у меня большая проблема. Тысячи, точнее, 2000 стоят. Так, ну и мы сейчас почти свою десяточку приведем на помощь. Вот 10-тысячное войско. Отправим сюда. Этих, наверное, распустим. Пока мне не надо столько кораблей содержать. Догнали, в общем-то. Еще одного епископа взял. Очень хорошо. Блин, успел убежать. Будь он неладен. А у меня уже между тем от голода начинают пухнуть все. Поделим, пожалуй, войско. Вот так. Короля сюда, пожалуй, а этих вот сюда. Прекрасно, начнем вот отсюда. Сверху вниз пойдем захват вести. Здесь не хочу ослаблять территории, потому что Англия может всегда ударить и отжать, а мне этого не хочется. Поэтому будем отсюда. Так, дочка. Так, я бы ее сам воспитал. В чем прикол? Так вот, обучим сами свою родную дочь. Хотя ее можно было бы отдать там на интригу или еще куда-то, но
пока ладно. Будем пока сами заниматься воспитанием. Так, ну в общем вот. Тут корабли приплыли чего-то. Мы пока вот так вот пойдем. Давайте, наверное, еще разделим. Хотя нет, 5000 все-таки нормально. По крайней мере, войска будут немного, да, подстрахованы. Все-таки воюем против Шотландии, против католического государства, которое вот и так уже призвало Лотарингию к себе в помощь. Ага, нам надо вот сюда еще ударить, сюда ударить, не забыть. И опять же по Лотарингии. Но вот здесь надо обязательно отжать маленький кусочек земли. Так. Ох ты, какая она большая, герцогство-то какое. Ужас. Я думал, оно будет маленьким. Но он какое. Практически вся Норвегия. Одно большое герцогство. Так, вы здесь высадились, да? Но вам это не помогло. Не хватает войск. А мы пока ведем крупномасштабную осаду неплохую такую. Плохо, что придется 5 лет ждать, поэтому пойдем сюда захватывать эту землю. Опачки, он у нас в союзниках? Странно. Как так? Вроде женил только дочку, замуж отправил. А вот как же я против своего собственного союза? Нифига себе, он как разросся. Да, мужчина. Пока 6000, но земля-то, смотрите, с каждым днем все больше и больше. Не очень хорошо, я бы сказал. Очень плохо. Так, здесь мы потихоньку отжимаем. 35% уже. Ничего себе, они у меня воинов съели. Мощно как. Так, здесь идет потихоньку. Храм возьмем, дальше пойдем сюда. Уже 42%. Медленно, медленно. Давайте маленечко ускоримся. Захватим сейчас. Есть, тут уже захватили. Отправляем сюда войска. И он сразу же пошел забирать. Ишь ты, какой умник. Так, здесь все закончил. Пойдем сюда. Вот так вот две территории как раз будут мной захвачены прекрасно. Так, я пока в плюсе, да. Но очень медленном плюсе. Таком маленьком чересчур. Ну. Что ж вы так медленно все это делаете? Давайте-ка сделаем так.
И пойдем туда бить негодяев. Отлично. Пересеченная местность. Командир тяжелой пехоты. Давайте местность мы сделаем. Что, все? Готово. Очень хорошо. Войска выдвигаем на свою родную землю. Вот сюда теперь. И здесь мы, конечно же, приглашаем священника для начала. Бо. Плохо, что в военном у него очень все плохо. Не будем брать такого. Бупли. Посмотрим, насколько бупли подходит. Три, четыре. Ага, плохо. Хисинг. Двенадцать, три, в принципе, более-менее. Так, или лучше... У меня же есть дочь. Отправим сюда дочку, пожалуй. Пусть работает в храме. А мы теперь посмотрим, кого можно назначить в качестве управителя. Так, 15, маршал, придворный, Ирландия, 11, так, в принципе, нормально, его еще женим сейчас. И где ты? Обратно. Подарим ему город. Вот так. Плюс теперь надо назначить сюда дворянина. Так, а у меня там, по-моему, был кто-то. Неплохой такой дворянин. Так, смотрим. Так, амбициозный. Не очень все эти мужики. Так, ладно, приглашаем. Фасте будет наместником у нас здесь. Так, 3, 9, 13. Военное очень плохо. Не хочу такого. Блин, забыл посмотреть, кого я там пригласил. Проверим вот так. Так, один, плохо, Эдвард, Хисинг, Букли, Бо смотрели, Рагнар,
Элиф. Нет. Все не то. Еще очередной бо у нас будет. Не хочу. Давайте посмотрим следующего. Оттар. Блин. Эки. Ладно, Эки. Посмотрим на тебя. Каков ты? Вот. Неплохо. Немного какой-то монголоид, но ничего страшного. Чем? Вот. Хорошо. И титулы мы попозже обязательно эти все создадим. Когда будут деньги? Сейчас их у меня просто нет. Так, давайте-ка быстрее шуруйте. Ну и, конечно же... О, отлично. Возвысились над людьми. Что еще можно выбрать? Так, вступить в брак пока я не хочу. Неплохо так прокачались у нас все характеристики. 26 лет, в принципе, еще много чего можно сделать. Так, давайте-ка... Гуляй. Так, я не понял. Чё ты хочешь? Плохо. А не послать ли тебя в тюрьму? Ха-ха, странно. Еще раз. Есть. Удалось. Очень хорошо. Так, а кто у тебя там наследник, пацаны, есть? Да. Так, все от наложницы. Понимаешь, жена не дает нормально. Хм. Ну что ж, я могу спокойненько пойти на охоту. Что ж, друзья, увидимся, конечно же, с вами в следующей серии. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока.